Нажал, вот пальчик шаловливый, дурацкий, блин, нажал опять, блин, опять у меня выключилось видео, понимаете, у меня столько работы прибавляет, потому что мне придется все видео потом сколачивать в одну кучу, и это вообще такая работа будет, ой-ой-ой. Руки-то какие у него интересные, пальцы, да, кстати. Ну что она вот так надо мной пошутила? Мне кажется, если бы я ходила с палкой, да никто ничего бы мне не это. Вот, блин, послушалась эту тетеньку. Она просто, понимаете, она со мной неплохо, а она мне хорошо. Она мне говорит, давай это, пообещай мне, что ты не будешь использовать палку. Ну, что я могла сказать? И я, естественно, ей пообещала. И хожу без палки, страдаю. Теперь у меня уже 150 видео просто нажались, и тут по 2 минуты, по 5 минут, блин. Ну, такая вот несправедливость. Но, ребятушки, все равно, какая ляпота. Ляпота. Тут тоже какой-то человек, видите? Господи, когда я пересилил отметку 50 метров, уже 35 метров кажется какой-то ерундой. Просто детским лепетом. О, сейчас пошли опять наши эти дощечки. Мы сейчас их заснимем. Поглядите, поглядите, какие плиты, какой цвет, ой, понимаете, вот просто разный, ни одного одинакового рисунка нету, ни одного. Везде разный оттенок шикарнейшего мрамора. Тут не знаю что, жуть какая-то опять, дети с матерью что-то тут, мать что-то им делает насильно, ну, может мне так кажется. Ракушки. А вообще, видите, еще метров на 20 он идет, то есть 1,70 м он где-то. Ну потом посмотрим, сколько. Поглядите, камень как обработан. Да, в общем, короче, просто супер-супер-супер. Тут дети, посмотрите, как у него голова странно, да? Как-то неправильно, посмотрите. Офигеть. Смотрим поближе, что-то тут тоже много всяких знаков. Что держит? О, Мадонна, Лиза. Пусть они пройдут, блин. Смотрите, какой гранитный этот. Я поднялась. Теперь... Сначала я боялась вообще подходить. Если они пройдут, я сниму эту. Смотрите, как здесь тоже интересно. Вот она. Наискосок вообще. Посмотрите. Вот так вот. Посмотрите, как здесь. Какая сложная работа, да? Все выемки, все. Все чики-пики. Я не знаю, я ничего не вижу. Мне солнце отсвечивает тут. Но вы видите. Вы-то видите. Видите. Углы, углы. Ай-яй-яй. О май гад. Да, гады, у них гады. У них гады, а у нас не гады. Ой, ребятушки, ну столько сегодня вам наснимала статуи, что я не знаю. Наверное, мне опять начнут тошнить в музей, если зайду от этой музыки, еще их психоделической. Прикиньте, мне кажется, что я уже снимаю час, а всего 4 минуты. Почему? Потому что у меня видео-то все маленькие, блин.
я поставлю какое-нибудь видео, естественно, знаете, интригующее. Так, наша капсула. Я не знаю, сколько я этих капсул сняла просто. Но я же и болтала. Я думаю, что вам не скучно. Вы расскажите. Надеюсь, вам не скучно. Кстати, они меня напугали. Почему? Потому что такая акустика, понимаете? Он там что-то сказал, а оказалось очень громко. Я аж подскочила, блин. Ребятушки, я уже с меня сошло 10 тысяч спотов. Прикиньте, я еще не вышла. Жал пальчик шаловливый, потому что я хотела снять вот этот вот желобок. Я уже больше не могу, блин, с этой теткой, блин. С чем я согласилась? Так, у меня, кстати, еще прием ведь. Не знаю, сколько времени я вообще хожу здесь. Снимаю вам эти камни. Камни, обработку. Все, все, все. Этого никто не снимет, потому что это никому не надо. Ладно, только нам, дурачкам, таким продвинутым. Так, не могу здесь вообще. Слишком мне солнце, ребята, в глаза пялится. Сейчас посмотрю. Сколько же времени? Я тут уже хожу-то. Посмотрите, какой розовый гранит. Посмотрите. Ой, гранит, извиняюсь, мрамор. Посмотрите, какой цвет красивый. Как можно такой бетон сделать? Скажите, как? Как? Посмотрите. Это просто шикарнейшие вообще разводы. Шикарнейшие разводы, да. Разводы, да. Разводят, но шикарно, да. Ну, опять тут дети. Не могу уже на них. Мне уже этих детей, которые держат мать. Ой, блин. Ребята, сейчас уже начинается черти что. Я ничего не вижу, еще и палец у меня плохо очень вот этот вот делает все. Туда-сюда. Сейчас я посмотрю. За укрытие что там. Ну, что-то все с крестом. Поглядите на цвет мрамора. Ой, тут вообще тут тоже дети мертвые, блин. Обалдеть. Боюсь увеличить, потому что боюсь, что у меня нажмется на кнопочку опять. Ой, смотрите, капсулы сами. Ой, не могу. Мне прямо в глаза солнце вообще ужас. Подождите, я сейчас прячусь. Вот такие видео у нас будут сегодня. Посмотрите, как тут работают, видите, сделаны как кошмарики на воздушном шарике. Я бы никогда в жизни ни за какие деньги туда бы не залезла. Просто. Давайте посмотрим вот тут на червякообразных людей. Полип такой, видите? Глядите. Вот так вот полип. А смотрите, откуда он выходит, видите? Ой! Ну что, акустик? Вы слышите, как я испугалась? И людей испугала, блин. Нервная вообще. Тут 2002 год, явно, видите? Нахало, видите? 2002 год. Блин, опять. Мне пришлось маску одеть, ребята. Ну, потому что это когда ходит этот смотритель, нужно маску одевать. Да, мне просто очень интересно, что, смотрите, там тоже вот это, как у нас яйца, где вложены, блин, не могу, вообще ничего не вижу, ребята. Ну вот, посмотрите, есть линии, как растут там вот эти яйца. Не могу, знаете, когда солнце вообще в глаза, ничего не могу снимать, тем более без палки, блин. Так уже привыкла с палкой, видите, уже раньше, как я ходила с руками снимала, обалдеть. Ведь месяца два я ходила, только с руками. Тут они на постаментах сидят, видите? О! Посмотрите, обработка. Видите, ко мне. Смотрите. Поглядите, видите? Обработка ко мне.
Тут тоже такая, отстань, старушка, я в печали, да? Петр Первый какой-то, блин. Она такая, да ладно, выпей давай немножко. Винишко-то, вон, винишко-то стоит в кубке. Выпей волшебное зелье. И тут там стоит Мадонна, да. Красивая. О, ребятушки, вот посмотрите, мы уже что, мы уже обошли все, что можно обойти. Еще с этой стороны можно было, да, еще с этой стороны, но, ребята, у меня уже нет больше сил, блин. Давайте посмотрю на ее, ну вот это вот более-менее можно, хоть солнце в глаза не светит. Ну так, для эстетического удовольствия. Там посмотрите, кстати, на треугольниках, посмотрите, там видите, кубки тоже. Урны, кубки, видите? Ой, тут горгулья наша, горгулья, посмотрите. Вот. Тут чипки, я думала, что за дракошки, это чипки. Ладно. Ой, уже все, уже все, уже лифт. Уже лифт, и слава богу, я просто... Нет, не того, что я отсюда уходить, а того, что я устала. Я хочу вот еще одну последнюю сниму. Последнюю капсулу. Смотрите, какой он огромный. И какая башня по сравнению с ним маленькая, да? Вот такие вот пирожки. Ребятушки, едем вниз. А, еще нужно спускаться. Видите, лестница. Лестница. Темно, и опять пошла акустика, видите? Вот, нужно по лестнице теперь спускаться. Тут у нас гранитик. Посмотрите, тоже интересный, да? Тут расширяющийся, видите? А там узкая, да? Видите? Вот как все обработано, все. Чики-пики. Видите, какие интересные бойницы, да? Видите? Смотрите. Смотрите. Да? Тут гранит, видите? Гранитные эти. Плиты. И так и будут, что ли, теперь 30 метров бойницы эти. Посмотрите, здесь наискосок. Видите, как она длинная? А? Я же говорю, что это подходит больше для змеевидных каких-то бесскелетных, которые вот везде могли и ползать, и летать, и ходить, и что только делать. Могли и ногами, и чем только, или они все вместе жили тут. Вот, видите, гранитный лист. Опять так и будет, видите. Буду идти, короче, по всей этой, вот эти бойницы, видите? Как сделан, да, желобок вообще? Везде, везде, понимаете? Везде отстреливались, да? Такие маленькие, узенькие эти. Вот. Смотрите, какие огромные есть плиты, посмотрите. Смотрите. Смотрите, вот, плита. О, смотрите. Длинная это вообще. Посмотрите, какая. Поглядите. И маленький там квадратик заделан. Ну, тогда тут уже бойница. Не хочу уже снова показывать. Уже пойдем вниз. Ой, знаете, от жары так хорошо отдохнуть. О, прям прохладненько так тут вообще. Просто. О, второе. Смотрите, какая. Потом все это соединять, блин, столько работы сделала, да, много, конечно, но соединять тоже дофига, потому что все тут из-за кого-то тут у меня обломалась, блин, палочка. Видите, какая большая плита. То есть им вообще все равно было, как работать, где работать, на высоте там. Да что такое, пальчик мой шаловливый уже залезает в камеру.
Вы можете считать этажи. Когда я начала спускаться, я вообще сколько иду. Мне уже кажется, что я вообще нескончаемо иду. Где там наша больница-то? Вот, видите, вот. И тут тоже везде. Короче, сейчас мне еще завалиться не хватало. Как у меня классно полетел. О, здесь ладаном пахнет, кстати. Ребята, очень сильно ладаном пахнет. Тут и крепления какие-то делали, видите? Видите? Ой, ну знаешь, какая прохлада тут. Тут уже начинает пух. Просто говорит, что мы уже недалеко от земли. О, уже где-то мы. Да, мы уже на уровне земли. Посмотрите, здесь посмотрите. Надо как сделано тоже. Соборы, ребятушки. Чуть-чуть захватим собор. Посмотрите, какой собор. Ребята, это все. Это все. Здесь можно умереть. Просто. Это можно умереть. Если это всего лишь 35 метров, ну извините меня, конечно. Это просто финиш. Смотрите, какой пол сразу. Потому что здесь нельзя снимать. Мне сейчас могут. Это что-то. Это что-то. Боже, как я сюда, слава богу, пришла, наконец-таки, потому что братика-то я вам говорила, на 40-й день, ой, не на 40-й день, а когда был День мертвых, я пришла сюда просто так и просила его появиться. Ну, вот, я не религиозная, но почему-то мне показалось, что вот... И вы знаете, в какой-то момент я увидела, голубя залетел. Это было 1 ноября, прикиньте, белый голубь залетел. Ну вот как вы, вот, скажите, вот, мистика, не мистика, но вот я просто поблагодарила всех, кого можно... За то, что мне дали практика посмотреть. И как бы он меня поприветствовал. И посмотрите, здесь какие огромные, да, вот эти вот. Ой, ребятушки, это все. Посмотрите, какой мрамор. Обалдеть, какого цвета, да, посмотрите. Меда, посмотрите, мозаика, блин. Это мозаика, да, я... Блин. Просто... Так, знаете что? Все, мне достало. Я сейчас одеваю палку, короче. И в рам включаю. Посмотрите, какие колонны огромные. Поглядите, какие колонны. Это просто. Все, ребятушки, я одеваю палку, потому что мне достало уже без палки.